Друзья, всем привет! Вы на канале с Аленой, вы на канале с клиническим психологом. Сегодня с вами говорим на тему, как выйти замуж успешно. Два момента, которые вы должны включать в свою жизнь. И даже не два. Что такое успех? Насколько вы хотите реализовать этот успех? И насколько этот успех будет для вас актуален в будущем? Выйти замуж успешно для одного клиента – это на всю жизнь, для другого это для денег, а для третьего это партнерские отношения, для четвертого это виртуозный секс, а для пятого это старость, это прикрытие собственных болезненных точек. И поэтому, друзья, у каждого совершенно будут разные моменты, которые будут влиять на замужество. Но первое, нужно будет разобраться с убеждениями. Что значит убеждение? Убеждение – это некая мысль, которая засела в вашей голове, и вы в ней настолько уверены, что сложно даже опровергать. И поэтому для того, чтобы действительно реализоваться в той или иной сфере мамы, сфере предпринимателя, в сфере какой-то другой, любой сфере, то у вас должны быть определенные сформированные в голове картинки. И да, у кого-то эта картинка слишком высокая, у кого-то она слишком низкая. И это так же, как мы говорим про планку. И чем планка выше, тем сложнее вам коммуницировать. Для того, чтобы выйти замуж успешно, достаточно сформировать картинку, понятную для вас. Кто он, как он выглядит, для чего он мне, а для чего ему я. И кто я уже сейчас. То есть, кем я работаю, либо чем я занимаюсь, чем я интересуюсь. Это вы делаете для того, чтобы напомнить, освежить в своей памяти моменты, которые связаны с пониманием себя как женщины. Что вы хотите от этого человека? Какой он должен вклад принести в вашу жизнь? А что вы можете ему дать взамен? Потому что так именно и бывает, что когда вы только берете, ну, сложненько будет вам потом что-то отдавать. Поэтому, друзья, очень-очень важно для вас понимать и осознавать, что значит быть успешной, что значит вообще быть, что значит себя принимать и что же значит себя продвигать в жизни. Когда вы с этим разберетесь, именно успех в замужестве вам обеспечен. Так же, как и обеспечен вам хороший, качественный цикл метилирования. Да, метилирование – это очень важная вещь. Об этом в другом моем видео. И я занимаюсь, напоминаю, не только клинической психологией, но и биохакингом. И хотелось бы с вами разобраться, насколько важно быть, грубо говоря, дометилированным для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Ведь многие приходят с запросами депрессия, тревога, агрессия, иммуносупрессия. Часто это нарушение различных микро- макронутриентов, которые... Но это не в этом видео. Так вот, друзья, заканчиваю тему. Для того, чтобы выйти замуж успешно, достаточно быть уверенной в себе, достаточно понимать себя, разбираться в себе и двигаться в направлении получения достижения.